От 25 до 60 миллионов рублей такую сумму ежегодно тратят крупные компании на шефскую помощь. Деньги немалые и, конечно, в условиях глобальных финансовых проблем для бизнесменов не лишние. Однако многие предприниматели считают иначе и не скупятся на поддержку бюджетных учреждений, в первую очередь школ, детских садов, центров внешкольного развития. На сегодняшний день в нашем городе функционирует 170 учреждений образования. Некоторые из них отремонтированы. Некоторые построены заново. Мы не говорим сейчас об этих учреждениях. Есть учреждения, которые нуждаются в помощи. Кому-то надо для подготовки к новому учебному году отремонтировать медицинский кабинет, кому-то подремонтировать автоматическую пожарную сигнализацию, кто-то нуждается в покраске фасада, в благоустройстве территории. В этом году город выделил на подготовку образовательных учреждений около 100 миллионов рублей. Основная часть бюджетных средств традиционно идет на увеличение количества мест в детских садах, возведение пристроек на базе школ, расширение уже существующих помещений. Так сейчас в Сочи идет строительство 3 детских садов – 2 в Лазаревском и 1 в Хостинском. После их открытия очередь в садике сократится на 2500 человек. А вот на содержание и благоустройство учреждений городского бюджета уже недостаточно, поэтому и приходится рассчитывать на помощь бизнеса. Будем выкладывать там тротуарную плитку, потому что детский садик уже еще с советских времен, там порушенный асфальт, конечно, в таких условиях детям расти недозволительно. Поэтому мы с радостью примем участие в ремонте детского садика. Помимо тротуарной плитки, шефы обещают благоустроить территорию. Это их первый детский сад, над которым компания взяла шефство. Раньше такой объем работ выполняли по госконтракту. Сейчас за работу строители не возьмут ни копейки. И таких организаций в Сочи немало, заверяет Анатолий Пахомов. Это показала практика последних 5 лет. Появилась здоровая конкуренция. И наши предприниматели, которые являются шефами, они как бы считают своим долгом и даже своей ответственностью за то, чтобы его подшефный объект был действительно готов к учебному году. За что им огромное спасибо, человеческое спасибо. Вот я думаю, что детки наши в городе Сочи самые счастливые, потому что у нас есть такие предприниматели. Кстати, финансовую помощь шефы оказывают не только бюджетным учреждениям. Не так давно при подготовке к Олимпиаде бизнес-сообщество помогло пенсионерам и малоимущим семьям. Тем, у кого не было средств привести свой дом к единому архитектурному облику. В итоге шефами было отремонтировано 800 домов. Так что в администрации уверены, и в этом году без поддержки школы и садики бизнесмены не оставят. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.